Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Всем большой привет, друзья! Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и сегодня я вновь предлагаю вам отправиться за рубежи нашей необъятной. Ну, должны же мы с вами знать, что происходит не только у нас, но и за океаном. Предлагаю отмотать назад ровно 10 лет и оказаться в 2007 году и послушать самые знаковые поп-песни того времени. Также вы услышите и увидите три горячейших хита, которые в эти дни разносят пух и прах самые разные чарты и списки популярности по обе стороны Атлантики. Итак, поехали! Зарубежка. Ну и давайте начнем сегодняшнюю программу с музыкального свежачка. Очень интересный трек выпустил совсем недавно легендарный Тиесто. С прямой бочкой и проникновенным вокалом, очень сильно, кстати, похожим на голос мегапопулярной итальянки LP. В данном случае принадлежит он девушке из проекта Bright Sparks. Но наверняка эту песню вы уже не раз слышали, и я предлагаю не отказываться от очередной порции удовольствия. Итак, прямо сейчас Тиесто и песня, которая называется On My Way. Огонь недели! Wants to see you fall. Baby, it's no fun. So no, it's just a game. Party time. Друзья, на стороне FM программа «Зарубежка», и прямо сейчас самое время для того, чтобы, как я обещал вначале, отправиться ровно на 10 лет назад, в год 2007. Но и не забывайте, все позиции в нашем списке расставлены абсолютно произвольно. «Makes Me Wonder» — так назывался первый сингл со второго студийного альбома американской поп-рок-группы Maroon 5. В свое время эта песня даже выиграла Грэмми в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». Также сингл установил рекорд, поднявшись в хит-параде Billboard Hot 100 64-го на первое место всего лишь за одну неделю. Но и справедливости ради надо отметить, что позже вокалист коллектива Адам Левин был удостоен звания самого сексуального мужчины планеты. Но это так, к слову. Давайте все-таки ближе к творчеству. Maroon 5 и песня «Makes Me Wonder». Нулевые. Worth the aftermath.
«Зарубежка». Друзья, напомню, что вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM». И сегодня мы с вами вспоминаем самые популярные песни 2007 года. Ну, вы знаете, я всегда любил Ферги. Она удивительная, потому что красивая, эффектная, очень музыкальная и голосистая во всех смыслах этого слова. «Big Girls Don't Cry». Вы наверняка знаете эту потрясающую балладу, которая, кстати, стала четвертым синглом с дебютного сольного альбома исполнительницы и третьим для нее хитом номер один в Billboard Hot 100 в сентябре 2007 года. Плюс ко всему певица получила за эту песню номинацию на премию Грэмми в категории «Лучший женский поп-вокал». В общем, предлагаю прямо сейчас ее и вспомнить. Нулевые. Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Ничего умнее фразы «яблоко от яблони недалеко падает» мне в данной ситуации не приходит в голову. Но тут, что называется, сами виноваты. Младший из Иглесиасов очень неплохо отметился в плане творчества как раз в 2007 году. Выпустил свой очередной альбом, в который вошли сразу несколько хитов. Один из которых многие называют просто как «Do You Know», имя которое ему дали на лейбле. Но артист настоял на том, чтобы к названию прибавили «Ping-Pong Song», так как именно пинг-понговый мячик маленький выполняет роль перкуссии. Ну и лишний раз привлечь к себе внимание необычным названием тоже никогда не лишнее. Даже такой знаменитости, как Энрике Иглесиас. Нулевые. Changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give me.
question is she needing? Another side of a man, what can I be? Looking at the last 3 years like I did, I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow, it's a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see. You can never tell how the next day life could be. Do you know what it feels like loving someone? The scene will rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Do you know what it feels like loving someone? The scene will rush to throw you away. Зарубежка. Зарубежка. Друзья, напомню, сегодня мы с вами отправились в год 2007 и продолжаем вспоминать самые-самые песни десятилетней давности. И на очереди человек, к которому у многих, ну, такое странное отношение. С другой стороны, для кого-то он уже абсолютно настоящая живая икона. Третий вообще считает, что его законная супруга намного круче, чем он сам. Правда, на вопрос, кто такая Ким Кардашьян, первый ответ, который приходит в голову – никто. И здесь есть своя правда. Но с другой стороны, 94 миллиона подписчиков в Инстаграме зачем-то же есть, друзья. Среди них и Канье Уэст. Кстати, его хит 2007 года назывался «Stronger». Нулевые. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness, 'cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel. Homie, take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. If God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? 'Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'd do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Oh, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Like I never told ya. Don't act like I 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 told ya. Baby, you're making it better, faster. Зарубежка.
Вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на стране FM. И на очереди еще одна знаковая вещица для второй половины нулевых. 18 июня 2007 года Дэвид Гетта выпускает третий сольный альбом, называется он «Pop Life». Главный сингл альбома «Love is Gone» занял первое место в American Dance Chart и попал в Billboard Hot 100. Кстати, друзья, в ноябре этого года известный французский диджей будет отмечать очередной юбилей. В это сложно поверить, но Дэвиду, ребята, стукнет полтос. Но сам музыкант этого как бы не замечает, ну и правильно делает. 50 — это не возраст. Нулевые. Зарубежка. Всем еще раз большой привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка», и мы с вами продолжаем слушать самые яркие хиты 2007 года. Совершенно определенно 2007 год прошел под эгидой сотрудничества между тремя суперзвездами. Ну, в числе прочего, конечно. Это Timbaland, это Нелли Фуртадо и это Джастин Тимберлейк. Вместе и по отдельности они выпустили совершенно потрясающее количество хитового материала, которого хватило бы, ну, на отдельную программу. Но поскольку времени бесконечно и место в нашем пространстве тоже ограничено, я решил напомнить вам трек, в котором одновременно засветились как раз все трое. Итак, одна из самых мощных поп-песен десятилетней давности — Timbaland, Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и «Give it to me». Нулевые. To Montauk on love. Love my ass and my abs in the video. I'm promiscuous. My style is ridiculous. If you see us in the club, we'll be acting real nice. If you see us
I'm the one that gave them they chance. Somebody need to tell them that they can't do it like I can. It's hard to hear you from way up here. I saw you trying to act cute on TV. Just let me clear the air. We missed you from the charts last week. Damn, that's right, you wasn't there. If sexy never left, then why is everybody on my it don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be over, not at least until we say. Ну а теперь, друзья, в программе «Зарубежка» еще один очень свежий трек, которого ждали очень многие и достаточно долго ждали. Но повезло нам всем вдвойне, потому как дождались мы не просто новой песни этого удивительного, ни на кого не похожего музыканта, а целого полноценного альбома. Его релиз состоится в конце этого месяца, уже скоро, 31 марта. Пока же доступны два сингла, один из которых я вам прямо сейчас и предлагаю заценить. Итак, на очереди еще один огонь этой недели. Это знаменитый Jamiroquai, песня «Automaton». Огонь недели!
Зарубежка. И вновь, друзья, мы переносимся в 2007 год. Напомню, что в сегодняшней программе вашему вниманию самые популярные и знаковые песни десятилетней давности. Канада, как мы с вами знаем, страна не маленькая, но почему-то настоящие звезды поп-музыки появляются там не так часто, как, например, в соседних штатах. Но те, кто успевает зажечься, горят так, что мало не кажется. Брайан Адамс, Никлбэк, Джастин Бибер, Нелли Фуртадо, но и без вечной школьницы Аврил Лавин этот список был бы совершенно неполным. Как раз в 2007 году певица выпускает свой третий по счету альбом, который критики назвали самой коммерчески успешной ее работой. Трек «Girlfriend» стал лучшим хитом Лавин в США, где он возглавил американский Билборд Хот 100. Давайте мы его прямо сейчас и вспомним. Итак, Аврил Лавин и песня «Girlfriend». Нулевые. Напомню, друзья, вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на стороне FM, и мы с вами по-прежнему исследуем поп-хиты 2007 года. Вроде бы и свежо все звучит, а прошло уже ни много ни мало 10 лет. И Гвен Стефани тоже стала на 10 лет старше, впрочем, по ней этого не скажешь. Кстати, ее группа No Doubt официально вроде бы и не распадалась, но в последний раз слышно о ней было аж в 2012-м, то есть 5 лет назад. Ну, это так, к слову. Итак, год 2007. У Гвен Стефани выходит уже второй сольный альбом. И одной из самых ярких и успешных песен в нем стало вот это. «Four in the Morning». Нулевые.
Зарубежка. Ну и, друзья, еще один замечательный трек, без которого 2007 год представить просто невозможно. Многие называют этого музыканта артистом всего лишь одной песни, ну, смотря с кем и с чем сравнивать. Вообще, у него вышло целых 4 полноценных альбома, но лучшим и успешным стал только один, кстати, самый первый. И там было как минимум 2 отличных трека. Второй назывался «Грейс Келли», а первый мы с вами сейчас и послушаем. Это Мика и песня, которая называется «Relax, Take It Easy». Нулевые. Абсолютно верно, друзья. В эфире «Страна ФМ», программа «Зарубежка». Прямо сейчас настало время для последнего золотого хита десятилетней давности. 2007-й вообще стал очень удачным и успешным для этой певицы. «Umbrella» — так называется первый сингл этой замечательной барбадосской певицы из ее 3-го студийного альбома, записанный при участии небезызвестного Джей-Зи. Песня стала одним из главных хитов 2007 года. 7 недель возглавляла хит-парад Billboard Hot 100 в США. Ну и куча еще всяких разных наград, которые, по-моему, до сих пор певицу как раз продолжают догонять. Конечно, вы догадались. Речь идет о Риане, ну а название трека я уже говорил. «Umbrella». Нулевые. Нулевые.
Ну и в финале программы еще один огонь этой недели, он же наиактуальнейший и наигорячейший трек, который сейчас, что называется, пошел в народ. Ну, песня действительно настолько свежа, что даже не вышел официальный клип на нее, но зато есть так называемый лирик-видео, что уже неплохо. И это песня, которая завершает сегодняшнюю программу. Итак, встречаем парней, которые сейчас задают тренд в музыке. The Chainsmokers и уже классика жанра Крис Мартин и его коллектив Coldplay, а композиция называется Something Just Like This. Огонь недели. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do. Something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolled.
seeming gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Друзья, на этом все. Ровно через неделю мы снова пробежимся по знаковым хитам одного из прошлых годов. Ну и не забудем про нынешние актуальные музыкальные новинки и горячие хиты. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте «Страну FM». Пока, бай, чао. «Зарубежка».